Добрый день! Вы на канале о простой и полезной пище. Меня зовут Наталья Горбачева. В этом видео я расскажу о том, как можно подготовить дикорастущие травы к использованию их в еде. Но вначале буквально пару слов скажу об основных правилах сбора. Думаю, многие о них слышали и знают, но будет не лишним повторить. Мне кажется, самое основное правило – это выбор места сбора. Собирать травы необходимо в экологически чистых местах. Конечно, не в черте города. Лучше где-то в деревне, на даче, подальше от дорог. Следующее правило – время сбора. Если говорить о листьях, то их лучше собирать до цветения растения. В это время они содержат наибольшее количество полезных веществ. Собирать стоит после того, как высохнет утренняя роса, примерно до 15 часов. Это, пожалуй, самые основные правила, которых стоит придерживаться. А теперь я покажу, как собираю и обрабатываю для использования в разных блюдах листья одуванчика, крапивы, подорожника и сныти. У одуванчика я срезаю листья с еще не цветущих растений. В это время в них содержится наибольшее количество полезных веществ. Молодые кустики крапивы я срезаю целиком, а затем дома срезаю с них листья. У подорожника я беру только чистые, свежие и здоровые листики. А это сныть. Кто с ней не знаком, вот так она выглядит. Вот это ее листики. И самыми вкусными бывают молодые и нежные побеги сныти. Их я и буду срезать. Для приготовления какого-то блюда достаточно собрать пучок травы одного растения или нескольких разных. А можно приготовить сразу побольше. Я, например, собираю вот такой тазик разных листьев. Листья я сортирую. Сегодня у меня получилось больше подорожника. Отбираю только чистые и хорошие. Удаляю мусор. Листья взвешиваю в сухом виде, если есть в этом необходимость. У более крупных листиков сныти можно срезать жесткие стебли. Листья крапивы я тоже обрезаю. У меня получилось 35 грамм крапивы. Этого хватит для приготовления супа или салата. Если использовать крапиву в супе, то перед этим ее достаточно будет просто помыть. А для использования в салате или в каком-либо другом блюде, крапиву необходимо сначала помыть, а затем обдать кипятком, чтобы исчезла жгучесть. Сныти получилось примерно столько же, 40 грамм и 40 грамм листьев одуванчика. Еще я отмерила 40 грамм подорожника, чтобы было одинаковое соотношение всех трав, которые я буду использовать, например, в зеленом майонезе. Рецепт приготовления такого майонеза будет в отдельном видео. Внизу в описании я дам на него ссылку. И 50 грамм я отложила для компота из подорожника. Видео с этим рецептом тоже есть на канале. Оставшуюся часть листьев я засушу. Теперь траву необходимо помыть. Я начну с крапивы. Сложу ее в чашку и хорошо промою, несколько раз меняя воду. Теперь я крапиву обдам кипятком. И быстро откину на сито или дуршлаг. Не спешите выливать оставшуюся после ошпаривания крапивы воду. Ее можно использовать в качестве ополаскивателя для волос. Для волос это будет полезно. Листья одуванчиков я также хорошо промыла. А теперь залью в чашку холодную воду. И добавлю чайную ложку соли. В соленой воде листьям можно дать постоять от 30 минут до часа. Это делается для того, чтобы из них ушла горечь. Но в молодых и нежных листиках обычно ее практически не бывает. А если нет времени и желания вымачивать листья одуванчика в соленой воде, то их, так же как крапиву, можно просто обдать кипятком. Сныть и подорожник не требуют дополнительной обработки, их достаточно просто хорошо промыть. Но при желании любую траву, как дикую, так и культурную, перед употреблением можно вымочить в содовом растворе. Для этого ее нужно промыть, залить холодной водой, добавить чайную ложку соды и подержать также от 30 минут до часа. Сода хорошо обеззараживает траву
и она становится более чистой. Затем вымоченную траву следует откинуть на дуршлаг или сито и дать стечь воде. С использованием дикорастущих трав можно приготовить разнообразные блюда. От салатов и супов до смузи, компотов и выпечки. Об этом будет в других видео. Приходите на канал, подписывайтесь, а если это видео оказалось для вас полезным, ставьте лайк, делитесь с друзьями, оставляйте внизу свои комментарии.